главный детский праздник – День защиты детей. В Одессе он круглогодичный. Ведь мы сделали все, чтобы этот праздник был не просто датой в календаре, а смыслом всей нашей работы. Лучшее, что мы можем дать своим детям, кроме здоровья, это образование. В Одессе прекрасные школы, детские садики и, несомненно, самые лучшие учителя. Регулярные занятия спортом – это залог здоровья наших детей. Но согласитесь, что качественно тренироваться можно только в хороших условиях. А у нас они не просто хорошие, они у нас отличные. Мы уверены в том, что именно в Одессе живут самые талантливые и способные дети. Внешкольное образование – это то, что позволяет максимально раскрыть творческий потенциал ребенка, а также вырастить его культурным и всесторонне развитым человеком. Процесс обучения и досуг должны быть интересными, а главное – безопасными. Мы позаботились и о первом, и о втором. Родители могут быть спокойны. Дети с особыми образовательными потребностями должны развиваться наравне и вместе со своими сверстниками, как это происходит у нас, в Одессе. Некоторые дети особенно нуждаются в нашей поддержке, и они всегда могут на нее рассчитывать. Это представители льготных категорий, дети, оказавшиеся в трудных жизненных ситуациях. И мы, взрослые, должны сделать все возможное, чтобы их детство также было счастливым и полноценным. День защиты детей – это, конечно, праздник. А что такое детский праздник? Веселье, угощения, клоуны и шарики. Наша же задача в том, чтобы защита детей была не однодневной акцией, а ежедневной работой взрослых. Нас с вами. И пусть в Одессе 1 июня будет 365 дней в году. Пусть все они будут счастливыми и наполненными улыбками наших детей. Давайте сегодня дадим им все самое лучшее, чтобы быть спокойными за их будущее. Давайте не ограничиваться шариками. С праздником здоровья, радости, добра и успехов!